самое трудное – познать самого себя. Самое легкое – давать советы другим. Привет, я Даша. Мне сегодня радость. Мне опять пришла посылочка. Та-дам! Такая аккуратненькая, квадратненькая, очаровательная бечевочка, перевязанная от девушки Олимпии, знаменитого комментатора Ютуба. Вот она же Таня. Спасибо тебе, Танюш, огромное. Совсем ты меня избаловала. Я скоро привыкну, загожусь, имею в виду. Вот, давайте открывать. Огромное за посылку, мне было очень-очень приятно, все вещички очень милые, славно доставили мне массу удовольствия, я словила кайф, и вообще все шикарно, спасибо еще раз тебе огромное, и вообще желаю всем прекрасных людей, которые дарили бы вам прекрасные подарки, но были бы прекрасны не только эти. Пока!